Привет! С вами я, Ната Степина. Добро пожаловать на занятие «Идеальная женщина глазами мужчин». Женщины часто недооценивают собственного очарования. Именно поэтому им трудно понять, что нужно мужчинам. Мы провели исследование и знаем совершенно четкий ответ на вопрос «Идеальная женщина глазами мужчин». Женщины склонны ценить талант, уравновешенность, интеллектуальные способности и одаренность, тогда как мужчины восхищаются женственностью, нежностью, приятным характером и веселым расположением духа. Существенная разница в отношении к внешности. Женщины склонны восхищаться природной красотой. Они выделяют красивую форму губ, выразительные глаза, форму носа и обязательно обратят внимание на вашу одежду. Мужчины придерживаются совершенно иных представлений о женской красоте. Они придают большое значение сиянию ваших глаз, лучезарной улыбке и женственной манере поведения. Идеальная женщина с точки зрения мужчин имеет две стороны – ангельскую и человеческую. Ангельская сторона – это ее душевные качества, добрый характер, умение владеть домашним хозяйством, излучение внутреннего счастья, а также способность понимать мужчин. Человеческая сторона имеет дело с внешностью, манерой поведения и женской природой, включает в себя обаяние, лучезарность, детскую непосредственность и женское здоровье. Комбинация ангельской и человеческой сторон создает совершенную женщину с точки зрения мужчины. Прислушивайтесь к любимым мужчинам, дарите им искреннюю любовь и будьте счастливы. До новых встреч!